пуходерочки с подушечками, которые хорошо очень прочесывают подшерсток. А есть пуходерки на жестком комкорде, которые очень хорошо расчесывают колтуны у каких-то пуделей, не спадающей шерсти, но плохо прочесывают запутанные валенкообразную шерстью двойного типа шерсти. Продуваю я от лишней влаги ванной собаку. Если это домашняя собака или есть возможность собачке полежать в полотенчиках, я кладу на полчаса, на 20 минут, ну, насколько есть возможность в полотенце полежать в клеточку, на стол, ну, кому как нравится. Да? Занимаюсь там какими-то своими делами при необходимости. Полотенце забирает лишнюю влагу, и процесс сушки ускоряется. Коварный инструмент, он удаляет не только отмерший подшерсток, но и удаляет живой, который крепко сидит. То есть после фурминатора или куаткинга собака обещает остаться лысым. И обещает остаться лысой достаточно продолжительное время. То есть это и на год, и на полтора, в зависимости от того, как одевается.